Итак, мировые балетные каникулы, день второй. И сейчас случится самое ожидаемое событие. Мастер-класс Николая Максимовича Саскариди со звездами балета, которые будут на сцене. Мы обязательно вам покажем. Атмосфера очень крутая, погода то, что надо. Не сильно жарко и не холодно. Солнце вечернее, станки заполнены, протяженность более километра. Это детская зона. Мы потом пройдем по секторам и увидим, что все станки заполнены. Нет ни одного свободного места. Где тут самый смелый мальчик? Привет, как тебя зовут? Руслан. Как ты решился? Ну, не знаю, когда меня пригласили, когда мне сказали, что можно зарегистрироваться, вот мне очень хотелось взять у него автограф, так как он известный, да. Вот, а мне очень нравится балет, вот. А ты откуда? Я из Жуковского. А ты с собой специально тетрадку взял? Да, специально тетрадку. Ну покажи, что там тебе написал Николай Максимович. Он только папе свою оставил. А ты специально вот нарисовал все это, да? Да, да. Слушай, ну ты молодец, ты понял, что ты шанс свой не упустил вот так по жизни и всегда работая, не упускай свой шанс, да? Молодец. Что касается рекорда, нам подтвердили, что было 1044 человека. Но это не главное. Главное, что был заполнен полностью фонтан, это не странно звучит, а точнее территория вокруг фонтана, которая была уставлена станками, она была полностью заполнена, были веселые прекрасные лица и молодых, и более зрелых людей. Ажиотажа такого не ожидали. Более того, конечно, в этой связи мы благодарны правительству Москвы и мэру и за то, что они нам поверили, прежде всего, и выступили с организаторами данного мероприятия. Я думаю, что мы их не подвели, провели его качественно. Добрый вечер. Очень приятно присутствовать здесь. Тем более, что все это происходит первый раз. Я приветствую всех любителей, которые пришли позаниматься. Мы начинаем. Лития Дашева исполняется не только соло, но исполняется еще и дуэтом. Потому что сейчас на музыку Петра Ильича Чайковского и «Спящей красавицы» мы вам станцуем все по очереди Адажио Аврора и Дезире из третьего акта. И я попрошу замечательную балерину Люсию Лакара. Я с ней никогда не танцевал в жизни. Мы очень много работали в разных театрах, но никогда в жизни не танцевали. А вот сейчас попробуем кусочек исполнить. Маэстро, можно?